Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такого замечательного котика. Вяжется он довольно-таки быстро, легко. Я думаю, справится здесь даже начинающий. Вот такие вот замечательные у него лапки. Весь он такой мягенький, нежненький, забавненький. Носик я сделала в виде колбаски. Вы хотите, можете сделать носик кругленький, маленький, небольшой. Там по ходу вязания я вам буду рассказывать, как сделать вот такой носик. И как сделать его поменьше, более аккуратнее. Также там два вида глазок. Получается он, если померять от макушек ушки до конца лапки, 38 сантиметров. Если же не учитывать вот здесь вот ушко, а просто от головы до конца лапа, где-то 35-36 сантиметров получается. В общем, он довольно-таки большой, красивенький, интересненький. С ним можно спать. Так сказать, можно сделать как замечательный подарок, так и порадовать, так сказать, себя любимую, или подарить на праздники такие, как День Святого Валентина, и такие, в общем, различные, скажем так, на Новый год. Можно в лапки вложить сердечко, можно украсить на свой вкус. Здесь я просто завязала ленточку, сделала язычок. Это все можно не делать, можно делать на свое усмотрение. Если будете вязать, так сказать, розовенькую, то можно сделать бантик сверху. Получится такая замечательная девочка, кошечка. Итак, в общем, если вам понравилось, присоединяйтесь. Для вязания вам понадобится пряжа. В качестве основного цвета я взяла светлый джинс. Также вам понадобится белый цвет для пузика, мордочки и хвостика. Нежно такой розовый, либо персиковый, либо другой цвет. Ну, то есть в зависимости от того цвета, который вы возьмете основным. Возьмите для носика небольшой кусочек другого цвета, красивого. Можете красненького, оранжевого. В общем, какой вы считаете, чтобы цвет подходил к цвету вашей основной пряжи. И, конечно же, я взяла кусочек темного джинса для того, чтобы отделить, так сказать, на лапках пальчики. Можете взять черный цвет, либо в соответствии с основным цветом просто немного темнее. Вот. Нам понадобится также крючок. Я взяла классическую пряжу 300 метров в 100 граммах, обычная акриловая. И под нее взяла крючок номер 2. Ножнички для обрезания кончиков буду наполнять холофайбером. И понадобится 2 бусинки-глазки. Конечно же, ваше хорошее настроение. Мы начинаем. Начнем мы вязание основным цветом с головы. Для начала я вам предлагаю взять либо маркер, либо кусочек просто обычный, так сказать, кусочек ниточки любого другого цвета. Я обычно маркером не пользуюсь, поэтому советую все-таки ниточку, ей гораздо удобнее отмечать ряды. Итак, делаем кольцо амигуруми на пальчик, не обязательно делать большое. Закрепляем его и в колечко набираем 6 столбиков без накида. 1 столбик, далее 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем петельку, стягиваем наше колечко. Во втором ряду делаем в каждую петельку прибавочку, то есть провязываем в каждую петелечку по 2 столбика без накида. Первая петелечка 2 столбика, вторая петелечка 2 столбика, третья 2 столбика, четвертая, пятая. И последняя прибавочка, 6-ю петелечку. У нас 12 столбиков по кругу. Теперь будем чередовать столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. Первую петелечку провязали столбик, далее провязываем прибавочку. Снова в 3-ю петелечку столбик, в 4-ю прибавочка, в 5-ю столбик, в 6-ю прибавочка. В 7-ю столбик, в 8-ю прибавочка, в 9-ю столбик, в 10-ю 2 столбика, в 11-ю столбик и последняя прибавочка в 12-ю петлю. Теперь Я вам предлагаю отметить начало ряда для того, чтобы мы с вами не сбивались. И теперь будем чередовать 2 столбика без накида, каждую петелечку по столбику, а в третью делаем прибавочку 2 столбика без накида в одну петлю. Снова провязываем столбик, столбик, 2 столбика, в третью петелечку, столбик, столбик, в третью петелечку, 2 столбика, снова столбик, столбик, 2 столбика, столбик, столбик, 2 столбика. И так провязываем до конца. И последний раз столбик, столбик и 2 столбика. Провязали 2 столбика прибавка. Теперь отмечаем снова начало ряда. Будем чередовать уже 3 столбика без накида, каждую петелечку по столбику, а в четвертую делать прибавочку. Итак, провязываем 3 столбика, в четвертую провязываем прибавочку. 2 столбика без накида в одну петельку. Далее снова столбик, 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 в четвертую прибавочку, 2 столбика. И так до конца ряда. Чередуем 3 столбика без накида, прибавка. Провязали по кругу наши прибавления, отмечаем начало ряда. У нас провязано 30 столбиков вместе с прибавлениями. Теперь чередуем 4 столбика без накида, 5 столбик делаем прибавление, то есть в 5-ю петелечку провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. И снова провязываем столбик, столбик, столбик 4 раза. И в 5-ю делаем петелечку 2 столбика. 1 столбик, далее 2 столбик, 3, 4, 5 делаем 2 столбика без накида в одну петлю. Столбик 1, столбик 2, столбик 3, столбик 4. В 5-ю делаем прибавление 2 столбика. Как вы видите, таким образом мы с вами прибавляем над прибавками вот так вот по 6 столбиков в каждом ряду. Так мы будем прибавлять и далее, то есть провязываем как бы донышко головы. В конце ряда у нас провязано получилось 36 столбиков вместе с прибавлениями. Теперь снова отмечаем начало ряда. И провязываем уже 5 столбиков без накида. И в 6-ю петельку делаем прибавление. Итак, я довязываю 5 столбик, в 6-й делаю прибавление. Далее снова 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 и 5. В 6-й делаю прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. И снова 5 столбиков прибавления. Как вы видите, у нас прибавления идут над прибавлениями. То есть вам с легкостью можно посчитать, сколько вы провязали столбиков и в какой столбик вам нужно делать прибавление. То есть если вы посмотрите, у вас прибавления идут над прибавлениями. Поэтому вы с легкостью можете, так сказать, отложить вязание и снова продолжить чуть-чуть попозже. В общем, итак, провязываем до конца ряда прибавления наши. В конце ряда у нас снова прибавилось 6 петелек, поэтому провязано 42 столбика. Теперь провязываем 6 столбиков без накида и в 7-й делаем прибавление. 3, 4, 5, 6 и в 7-й делаем 2 столбика без накида в одну петлю. И снова отсчитываем 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4, 5 и 6. А в 7-й провязываем 2 столбика без накида в одну петелечку. 1 и сюда же 2 столбик. Довязали до конца ряда 48 столбиков. Теперь чередуем 7 столбиков без накида. В 8-й делаем прибавление. 3, 4, 5, 6, 7. 8-й делаем 2 столбика без накида в одну петлю. И так и продолжаем 7 столбиков прибавления, 7 столбиков прибавлением. Провязали до конца ряда, у нас теперь 54 столбика по кругу. Теперь чередуем. Уже 8 столбиков без накида, в каждую петелечку по столбику, и в девятую петелечку делаем прибавление. Итак, 5 столбик, 6, 7, 8, а в 9 провязываем прибавление, 2 столбика без накида в одну петелечку. И снова 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавление в 9 делаем 2 столбика без накида в одну петелечку. Довязали до конца ряда, отметили начало нового ряда. Теперь у нас по кругу 60 столбиков провязано. Мы чередуем сейчас 9 столбиков без накида, а в 10 делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. Итак, провязываем 9 столбиков. В 10 делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. Итак, 1 столбик провязываем, 2 столбик, 3 столбик, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В 10 провязываем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. И начинаем сначала 9 столбиков без накида, прибавление до конца ряда. Провязали до конца ряда, и у нас 66 столбиков. Теперь провязываем 10 столбиков без накида и в 11 столбик провязываем прибавление. 4 столбика, 5 столбик, 6, 7, 8, 9 и 10. В 11 столбик делаем прибавление 2 столбика в одну петелечку. И снова 10 столбиков, в 11 столбик делаем прибавление. Довязали до конца ряда, поставили маркер в начало ряда, 72 столбика по кругу уже провязано. И последний ряд остался с прибавками. 11 столбиков без накида, и в 12 делаем прибавление. Итак, 3 столбик, 4 столбик, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. В 12 провязываем 2 столбика без накида, то есть прибавление. И снова продолжаем 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. В 12 провязываем прибавление. И так провязываем до конца ряда. С прибавлениями закончили, и у нас по кругу 78 столбиков провязано вместе с прибавлениями. Теперь нам нужно ровным, так сказать, без прибавления провязать 11 рядочков. То есть провязать в каждом ряду по 78 столбиков. 11, если вы умножите на 78 столбиков, это 858 столбиков. 11, так сказать, рядочков. Я буду сразу провязывать и считать, начиная от 1, заканчивая 858. Вы хотите, можете отмечать каждый ряд, просчитывать, то есть где-то себе помечать, что вы провязали 1, 2, 3 и так далее, 11 рядочков. Я буду сразу провязывать, то есть мне удобно начинать, так сказать, с 1. И, к примеру, если мне нужно остановиться, отвлечься на что-то, я просто записываю цифру, которую, так сказать, я насчитала, и с этой цифры затем продолжаю далее провязывать. Итак, 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 857 и 858. Все, провязали ровным, так сказать, вязанием без прибавлений. Сейчас будем убавлять в каждом ряду по 6 столбиков. Для этого мы с вами закончили провязывать донышко на 11 столбиках прибавка. 11 столбиков прибавка. Сейчас мы будем все делать точности да наоборот. То есть провязывать 11 столбиков убавка. В следующем 10 столбиков, затем 9 столбиков, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В общем, будем убавлять в каждом ряду по 6 столбиков. Итак, 2, 4, 5 провязала я, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Убавление я делаю тайным способом, то есть беру 2 полупетелечки, вот так вот, 2 петелечек, полупетелечки передней стеночки, захватываю, вяжу полустолбик и довязываю, как бы провязываю столбик без накида за 2 полупетелечки передние. Теперь снова провязываю 11 столбиков без накида, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Можете провязывать классическим способом, то есть брать 2 полупетелечки 2 следующих петелек и соединять общей вершиной. Но таким образом будет слишком видно, так сказать, наше убавление, поэтому я убавляю, еще раз показываю, за 2 передние стеночки первой петли и второй петли. И провязываю как бы столбик без накида из них. И снова провязываю 11 столбиков, убавка, 11 столбиков, убавление. То есть так до конца ряда. Сделали 6-е убавление и передвинули маркер в начало ряда. Теперь чередуем 10 столбиков без накида, убавка. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 11, 12 столбик провязываем вместе за переднюю стеночку столбиком без накида. Делаем убавление. Теперь снова начинаем отсчитывать 10 столбиков. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 11, 12 за передние 2 стеночки провязываем вместе столбиком без накида. И так далее до конца ряда. 10 столбиков убавления. Закончили ряд убавлениями и снова чередуем. Теперь уже 9 столбиков без накида убавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 10 и 11 провязываем за 2 стеночки передние столбиком без накида. Первую захватили, далее вторую и вместе таким вот столбиком без накида. Таким образом, смотрите, вам нужно будет в каждом ряду чередовать. Вот смотрите, мы провязали первый ряд убавления, 11 столбиков убавления. Далее, следующий ряд мы провязали 10 столбиков убавления. Теперь провязываем 9 столбиков убавления. В следующем ряду 8. Далее 7, 6, 5, 4, 3, 2. И вот когда провяжете до чередования 2 столбиков убавочка, мы с вами продолжим. У вас должно по кругу остаться 18 столбиков без накида. Вот убавляем, чередуя, так сказать, столбики убавка по кругу, пока у вас останется 18 петелек или провязанных 18 столбиков без накида. Вот я сделала убавление. У меня по кругу 18 столбиков без накида. И я уже немножечко схитрила, наполнила голову. В принципе, наполняла я в этом ряду, то есть после того, как довязала до 18 столбиков. Но если вам немножечко неудобно, один ряд можете прираспустить. После того, как наполнили голову, делаем, отмечаем начало ряда и делаем очередной ряд с убавлениями. Сейчас мы будем с вами делать убавления, чередуя столбик без накида и убавка вторая. То есть как бы продолжаете делать убавления. Вам, может, не совсем будет здесь удобно, так как уже, так сказать, шарик наш наполнен, голова, и холофайбер, так сказать, наш наполнитель торчит. Итак, в общем, делаем этот ряд. Столбик без накида, убавка. Снова столбик без накида. Далее убавка. Я продолжаю убавление, как всегда, за переднюю стеночку. Чередуем до конца ряда столбик без накида, убавление. Так 6 раз. Сделали последнее убавление, так сказать, в ряду. И вот так вот перевыпускаем ниточку, убираем наш маркер. И нам нужно в этом ряду максимально донаполнять голову. То есть я немножечко ее недонаполняла в начале, для того, чтобы мне было удобно вязать. Сейчас я буду наполнять до самого, так сказать, конца, чтобы сделать последний ряд 6 убавок подряд. После 6 убавок мы не сможем, так сказать, наполнить. У нас практически не останется отверстия для наполнения. Поэтому наполняем до самого конца. Немножечко, так сказать, наполняем в стороны, распихиваем и, конечно же, в серединку. То есть наполняем, чтобы у нас голова была до конца набита. Итак, вы уверены, что наполнили до конца. У меня получилась вот такая вот голова-шарик. И теперь берем, снова вводим крючок в нашу крайнюю петелечку и затягиваем. Вот так вот вытянули нашу петельку в нормальное ее первичное состояние. И теперь делаем подряд 6 убавлений. Я придерживаю немножечко холофайбер наш, чтобы он не вытягивался. Одно убавление, далее подряд без столбиков второе убавление. Немножечко помогаете, где у вас там что не получается, обязательно помогаете себе ручкой. Второе убавление, далее третье убавление. Далее четвертое убавление. Пятое убавление. Немножечко, как видите, не очень удобно, поэтому помогаете себе. И шестое, последнее убавление. Вот так вот сделали наши последние убавления. И теперь я вам предлагаю немножечко привытянуть вот так вот ниточку, где-то оставить сантиметров 10. Сейчас объясню, для чего. Эту ниточку убираете. Теперь вдеваете вот эту ниточку в иголочку и аккуратненько стягиваете вот так вот наметочными швами, стягиваете в каждую петелечку ниточку, чтобы завершить вот здесь вот голову. Хотите, в принципе, можете этого не делать, но так как я люблю, чтобы у нас край был завершенный, то я буду собирать. Или хотите, можете просто вот так вот в каждую петелечку взять, продеть крайнюю ниточку вот так вот за переднюю стенку и просто стянуть. Этого тоже вполне будет достаточно. Это, так сказать, упрощенный вид, поэтому хотите, можете сделать точно так же. Вот, продеваем вот так вот последнюю, так сказать, петелечку, и у меня получился вот такой стянутый край. То есть после этого можете просто вот так вот продеть, так сказать, через несколько петелечек голову краешек. Хотите, можете его где-то нормально закрепить. Ну, в принципе, я, честно говоря, над этим вопросом сильно никогда не задумываюсь. Вот здесь вот сквозь холофайбер его тяжело вытащить, но можно постараться. Итак, в общем, хотите, закрепляете ниточку, хотите, просто прячете кончик в голову, как желаете. Наша голова окончена, и мы приступаем к провязыванию мордочки. Берем ниточку белого цвета и крючок. Делаем кольцо амигуруми на пальчик и крючком вот так вот закрепляем, петельку делаем. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем последнюю петельку, стягиваем, делаем колечко. Теперь каждую петельку делаем по прибавлению, то есть провязываем по 2 столбика без накида в каждую петелечку. Первую петлю 1 столбик, сюда же второй, во вторую 1 столбик, сюда же второй, в третью 1 столбик, сюда же второй, в четвертую 1 столбик, сюда же провязываем второй, в пятую 1 столбик, сюда же второй. И последнее прибавление, шестую петельку, 1 столбик, сюда же второй. У нас получилось по кругу 12 провязанных столбиков. Теперь мы чередуем прибавления. В каждом ряду мы будем прибавлять, как и в днище головы, по 6 петелек. То есть чередуем столбик без накида в первую петлю, во вторую прибавление, 2 столбика без накида. Снова в третью столбик, четвертую петелечку 2 столбика, пятую столбик, шестую 2 столбика, седьмую столбик, восьмую 2 столбика, в девятую столбик, десятая 2 столбика, одиннадцатая столбик, двенадцатая 2 столбика. Сделали последнее прибавление в этом ряду и берем снова ниточку другого цвета, либо я обычненько беру вот эту вот ниточку, кончик, так сказать, который мы затягивали кольцо амигуруми. Можете его закрепить, чтобы, так сказать, он у вас не распустил, так сказать, ваше вязание колечко. То есть делаете небольшое такое закрепление с внутренней стороны. Я, например, делаю часто вот так вот, как бы, ну, типа столбик без накида в какую-то петелечку, вот таким вот воздушным способом. И вытаскиваю этот кусочек ниточки в начало ряда. То есть вы потом его просто смело обрежете, и у вас, в общем, не распустится колечко. Теперь у нас по кругу 18 столбиков. Мы делаем снова прибавление, чередуя 2 столбика без накида. В третью делаем прибавление. То есть 2 столбика без накида в одну петелечку. Снова провязываем столбик, столбик, в третью петелечку 2 столбика. 1 и сюда же второй. Далее столбик, столбик, прибавление 2 столбика в одну петлю. Снова столбик, столбик, 2 столбика. И так делаем прибавление. То есть мы делаем сейчас прибавление точно так же, как провязывали с вами днище на голову. Поэтому ничего нового вы сейчас не увидите. То есть просто провязываем, так сказать, диаметр нашей мордочки. То есть как мы с вами вязали днище головы, начало, пока мы будем расширять, так сказать, размеры мордочки нашей, ничего не будет, так сказать, меняться. Так, теперь хотите отрежьте эту ниточку, хотите просто ориентируйтесь на вот этот вот ряд. То есть дальше мы будем чередовать 3 столбика без накида по столбику в 3 петелечки. И в четвертую делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. Как вы видите, у нас прибавления идут над прибавлениями, поэтому в конце ряда у вас всегда будет прибавление. Итак, столбик первый, столбик второй, столбик третий, и в четвертый делаем 2 столбика, то есть прибавление. Снова столбик, столбик, третий столбик и прибавление в четвертый столбик. Столбик 1, столбик 2, столбик 3, и в четвертый делаем 2 столбика без накида в одну петлю. Столбик, столбик, третий столбик, прибавление. И последний раз 3 столбика, 1, 2 и 3, и прибавление. Теперь чередуем 4 столбика без накида в каждую петелечку по столбику, и в пятую петелечку делаем прибавление. 4 столбика я провязала, и в пятую делаем прибавление. И еще раз 1, 2, 3, 4. Пятую делаем 2 столбика без накида, то есть прибавление. И так до конца ряда. Закончили мы ряд прибавлением шестым. Теперь чередуем 5 столбиков без накида в каждую петельку по столбику 5 раз. И в шестую петельку делаем прибавление. 2 столбика без накида. В одну петелечку провязываем. Итак, 1 столбик, далее 2 столбик, 3 столбик, 4 и 5. А в 6 делаем 2 столбика без накида в одну петелечку. И так до конца ряда. Снова закончили ряд прибавления. И теперь чередуем уже 6 столбиков без накида, а в 7 столбик делаем прибавление. 3, 4, 5, 6. В 7 делаем 2 столбика без накида в одну петелечку. И еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 столбик делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. Провязали прибавление. А теперь провязываем, чередуя уже 7 столбиков без накида. И 8 делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. Итак, 4, 5, 6, 7. А затем 8 прибавочку. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Восьмую делаем прибавочку. 2 столбика без накида в одну петелечку. Провязали прибавочку. Теперь чередуем 8 столбиков без накида. В 9 делаем прибавочку. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9 провязываем 2 столбика без накида, то есть прибавочку. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. Довязали последнее прибавление в ряду. И теперь у нас получается провязано 10 рядочков. 11-й рядочек мы провяжем с вами по столбику без накида в каждую петелечку. То есть в конце ряда этого у нас 60 петелек. 60 столбиков без накида в каждую петельку мы, получается, провязываем по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 56, 57, 58, 59 и 60. Провязали наши 60 столбиков по кругу, по столбику. И теперь я возьму вот так вот, привытащу ниточку и отмечу начало ряда. Для чего я это делаю? Для того, чтобы мне удобно было, так сказать, не сильно там заморачивая, считая столбики, а просто я буду провязывать теперь снова прибавление ряд, чередуя 9 столбиков без накида, 10 делать прибавление. Итак, 3 столбик, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 10 провязываю 2 столбика без накида в одну петелечку. И снова 1, 2, 3, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. Десятый прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. И так до конца ряда. Сделали последнюю прибавочку в ряду. Теперь у нас к нашим 60 столбикам добавилось еще 6 столбиков. Значит, в этом ряду мы с вами провяжем 66 столбиков. То есть снова по столбику без накида в каждую петелечку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 61, 60. 2, 63, 64, 65, 66. Все, 66 столбиков по кругу мы провязали. Это был последний наш ряд. Теперь делаем в первую петелечку соединительный столбик и обрезаем ниточку так, чтобы нам хватило пришить нашу мордочку. Где-то приблизительно оставьте сантиметров 30 для пришивания. Обрезаем нашу ниточку и теперь вытягиваем вот эту вот воздушную, так сказать, соединительную петелечку, ниточку. Эту ниточку тоже вытягиваем от мечания начала ряда, отметку. И на изнаночную сторону вот так вот разворачиваете. В первый столбик, вот здесь вот в следующий, так скажем, вводите крючок, захватываете ниточку и вытягиваете. Таким образом мы с вами соединили, сделали кружочек. Вот смотрите, у нас соединения практически не видно. И теперь вот эта ниточка, мы ее оставляем для пришивания. Наша мордочка готова. А мы приступаем к вязанию ушка. Берем ниточку основного цвета и делаем цепочку из 13 воздушных петелек. Итак, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Во вторую петельку от крючка делаем столбик без накида. И в каждую петелечку по столбику 11 раз. То есть получается всего 12 столбиков в этом ряду. Итак, второй столбик, далее третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик, далее в следующую шестой, в следующую седьмой, в следующую восьмой, в следующую девятый, в следующую десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Мы сейчас будем с вами вязать прямыми обратными рядами, поэтому делаем одну воздушную петельку и разворачиваем вязание. Теперь мы с вами провяжем 10 столбиков без накида, в каждую петелечку по столбику. 1, далее 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. У нас осталось 2 столбика, делаем убавочку. Убавочку я делаю обычным способом. Делаю полупетелечку одну, вторую и замыкаю ее общей вершиной. Теперь делаю воздушную петельку и разворачиваю вязание. Теперь мы в этом ряду провяжем в третьем уже получается 11 столбиков без накида. То есть просто в каждую петелечку по столбику от начала до конца ряда. Третий столбик, далее четвертый столбик. Обратите внимание, я вяжу за обе стеночки. Пятый столбик, шестой, седьмой, восьмой, девятый. 10 и последний столбик 11. Делаю воздушную петельку, разворачиваю наше вязание. Теперь в начале ряда первую петельку и вторую я делаю убавление, то есть ныряю, захватываю 2 полупетли, соединяю общей вершиной. И оставшиеся 9 столбиков, 9 петелек провязываю по столбику без накида в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последняя петелька, 9 столбик. Воздушная петелька, разворачиваю вязание. Теперь мы в каждую петельку провяжем по столбику без накида. То есть 9 петелек и убавление это 10 получается у нас осталось. То есть провязываем в этом ряду 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний столбик 10. Делаем воздушную петельку и разворачиваем наше вязание. Теперь у нас получается по счету 7 ряд. Вот с 7 ряда нам нужно теперь провязывать 9 рядочков, то есть пока у нас не останется на крючке 1 столбик, нужно убавление делать. Как мы будем делать убавление? То есть в начале каждого ряда мы будем провязывать со второй петелечки. То есть отсчитываем от крючка, не считая воздушную петельку. Вот у нас получается 1 и 2. Вот во второй столбик делаем столбик без накида и продолжаем в каждую петельку провязывать по столбику без накида. То есть 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Делаем воздушную петельку и разворачиваем вязание. Снова пропускаем первый столбик, во второй провязываем столбик без накида. И до конца ряда 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля, как вы заметили, у нас уменьшилась на 1 столбик. В этом ряду у нас получается снова уменьшение. Через петелечку, то есть во вторую, у нас получается в этом ряду 7 столбиков. Вот и провязываем 2, 3, 4, 5, 6, 7. Благодаря тому, что мы будем провязывать во вторую петельку, во второй столбик, у нас получается убавление на 1 столбик. Одна воздушная петля в этом ряду у нас получается уже 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля. Через петлю вводим крючок. Уже будет 5 столбиков. 1, 2, 3, 4. И последний столбик, 5. Воздушная петля. Разворачиваем. Снова через столбик. Уже 4. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, разворачиваем. 3, 1, 2, 3. Воздушная петля, разворачиваем. То есть здесь математики никакой не нужно. Просто провязываете во вторую петельку от крючка, то есть во второй столбик. Воздушная петля, поворот, остался 1 столбик. То есть вот мы его довязываем столбик, делаем воздушную петельку и немножечко вот так вот привытяньте. Ее мы будем затягивать, то есть обрезаете ниточку и затягиваем последнюю воздушную петельку. Вот у нас получается одна деталька ушка готова. Такие детальки нужно сделать 4 штучки, но смотрите, из них будет 2 штучки основного цвета, у меня это серенький, и 2 будет беленького цвета. То есть сейчас берете ниточку белого цвета и повторяете все то же самое сначала. Можете поставить сначала это ушко, провязываете 13 воздушных петелек белым цветом, затем провязываете белым цветом, затем провязываете 12 столбиков без накида, затем делаете убавление и в итоге потом убавляете до, так сказать, тех пор, пока у вас не останется 1 столбик без накида. То есть все то же самое, что мы с вами только что делали. Ставите в начало, так сказать, вязание ушка и провязываете 2 беленькие детальки и 2 основным цветом. После того, как довязали ушки, берем 2, так сказать, части разного цвета и слаживаем их таким вот образом. Смотрите, я положила как бы так же, как мы бы вязали с вами. но разворачиваем одну, так сказать, изнаночной стороной, а одну лицевой. Для чего? Если мы сейчас, так сказать, сошьем вот таким вот образом, то у нас будет ушко вывернуто. А если мы сошьем, одно у нас получается в одну сторону вывернуто, а другое в другую. И для этого, так сказать, будет ровное ушко. Теперь берем ниточку основного цвета и вводим крючок в самую крайнюю петельку цепочки нашей с одной стороны. И получается в белом цвете, и ниточки основного цвета. Вот здесь вот самые крайние петельки. Берем ниточку, захватываем и будем обвязывать столбиками без накида основным цветом. Итак, сделали вот такую вот воздушную петелечку, закрепили, так сказать, ниточку. И сейчас мы начинаем постепенно обвязывать столбиками без накида, то есть как бы соединять ниточку, ниточкой белый цвет и основной, ну то есть в данном случае у меня это джинсовый цвет. И вот, как вы видите, я ввожу в обе стеночки ушко, с одной стороны и с другой стороны, вот так вот прокалываю сквозь две части и обвязываю столбиками без накида. То есть ввожу я крючок между рядами, вот так вот, в рядах, то есть где у нас были воздушные петельки. Вот таким вот обычным способом сшиваю две части, так сказать, ушка разными цветами. У нас белый цвет будет в серединке, а с внешней стороны будет, так сказать, основной цвет. И вот сшиваем таким вот обычным способом. В самой верхушке я провяжу 2 столбика без накида в одно и то же самое место. То есть для чего? Для того, чтобы у нас, так сказать, был такой красивый переход, ну то есть как бы заостренный. Если мы пропустим верхушку, а дальше продолжим вязать, то у нас получится слишком такое ушко завернутое. Итак, в общем, продолжаем обвязывать столбиками без накида. Вот так вот с обеих сторон. Закончили обвязывать столбиками без накида, делаем одну воздушную петельку и вытаскиваем ниточку. Ниточку обрезаем так, чтобы осталось для пришивания. Вот так вот подтягиваем воздушную петельку нашу и второе ушко делаем точно так же. Обвязываем столбиками без накида, и наши ушки готовы. Теперь приступаем к носику. Есть 2 вида варианта вывязывания носика. Есть носик, который получается в итоге кругленьким, то есть такой вот шарик. А есть носик, который получается колбаской. Я буду делать носик колбаской, но покажу вам 2, так сказать, вида их. То есть вы можете сделать кругленький на свой вкус. Я возьму для кругленького ниточку розового цвета, а для колбаски свой цвет, который буду, так сказать, делать я, то есть персиковый изначально. Итак, делаем кольцо амигуруми и в него провязываем 6 столбиков без накида. Закрепили его и провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем петельку, стягиваем колечко. Теперь делаем в каждую из 6 петелек по прибавке, чтобы у нас в конце ряда получилось 12 столбиков. Итак, 1 столбик, 2, прибавочка. Теперь во вторую петельку 1 столбик, 2, прибавочка. 3 столбик, 1, 2. 4 петельку 1, 2. 5 петельку 1, сюда же 2. И 6-ю последнюю петельку, последнее прибавление, 1 столбик и сюда же 2. В 3-м ряду будем чередовать столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. Итак, 1-я петелька столбик, 2-я петелька прибавка, 2 столбика, 3-я столбик, 4-я прибавка, 2 столбика, 5-я столбик. Далее 6-я прибавка, 2 столбика, 7-я столбик, 8-я прибавка, 9-я столбик, 10 прибавка, 11 столбик, 12 прибавка. В конце ряда у нас 18 столбиков, провязанных без накида. Теперь 4-й и 5-й ряд мы провяжем в каждую петельку по столбику, то есть первый ряд 18 столбиков и второй ряд, то есть 4-й и 5-й ряд по 18 столбиков. Это будет 36 столбиков без накида. Я буду сразу считать 36, поэтому начинаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34, 35 и 36. Провязали 5-й ряд, а 6-й ряд мы будем провязывать как бы до конца. Это у нас и будет, так сказать, законченный 6-й ряд. Я сейчас объясню вам, в каком плане я имею в виду. То есть сейчас мы начинаем делать убавление с 1-й, 2-й петелечки, как бы тайное, то есть как всегда. Делаем несколько убавлений. Можете считать, можете нет. Это не так значимо. То есть я делаю вот 2-е убавление, далее 3-е убавление, далее 4-е. Можете считать, еще раз повторюсь, можете нет. Мы сейчас будем делать убавление до конца. То есть как это до конца, я вам сейчас по ходу вязания, так сказать, расскажу. То есть делаем несколько убавлений по кругу, чтобы у нас немножечко сузился, так сказать, круг. Вот так вот. Я, пожалуй, еще одно убавление сделаю. И на этом пока остановлюсь. То есть я сделала где-то приблизительно 7 убавлений. Вот этот кончик начальный я спрячу вот сюда в шарик наш получившийся. И нам нужно этот шарик наполнить. То есть берем наполнитель и наполняем вот этот шарик. Вот так вот просто, обычно, как всегда. Я взяла не слишком много наполнителя, чтобы у меня получился, так сказать, шарик. Слишком мало тоже будет мало, я думаю. Поэтому вот так рассчитайте на глаз наполнителя. Пока не буду сильно наполнять. Еще сделаю несколько убавлений. Итак, вот наполнили. Придерживаем наш наполнитель, снова вводим крючок в последнюю петелечку и делаем еще несколько убавлений. Итак, одно убавление, далее по кругу придерживаете средним пальчиком холофайбер, второе убавление, снова вот так вот затянули, третье убавление. Так вот. Далее 4-е убавление. То есть, как вы видите, у нас нет уже определенных рядов. Это у нас длится 6-й ряд. Мы сейчас делаем убавление до конца, пока у нас не останется, так сказать, петель. Просто по кругу, не отсчитывая ряды. Вот так вот. Уже немножечко неудобно, но вы постарайтесь. И вот, пожалуй, я сделаю последнее убавление. Вот так вот. Привытягиваем петельку. Как вы видите, у нас вот здесь вот закончились петельки. А носик получившийся, вот такой вот кругляшек, вот так вот, это и будет наш носик. Это вариант номер 1, так сказать, кругленький носик. Я вам сейчас покажу вариант номер 2, который буду, так сказать, делать я. Берем ниточку уже, так сказать, персикового цвета, ну, по крайней мере, я беру, вы берете, какой вам нужно. То есть, если вам не понравился вариант номер 1, есть еще вариант номер 2, который буду использовать я, еще раз повторюсь. Делаем такое же кольцо амигуруми. И в него делаем 6 столбиков без накида. Начало очень похоже. Мы сейчас тоже будем делать прибавление. Поэтому начинаем с 6 столбиков без накида в кольцо. 2, 3, 4, 5, и 6. Придерживаем последнюю петельку, стягиваем колечко. Делаем в каждую петельку по прибавке. То есть по 2 столбика без накида в каждую петлю из 6. Первую петелечку, первый столбик, сюда же второй. Вторую петелечку, первый столбик, сюда же второй. Третью петелечку, первый столбик, сюда же второй. Четвертую петелечку, первый столбик, сюда же второй. Пятую петелечку, первый столбик, сюда же второй. И шестое, последнее прибавление, первый столбик, сюда же второй. Итак, мы провязали с вами прибавление. В конце ряда у нас 12 столбиков, провязанных без накида. Третий ряд. Сейчас мы будем чередовать столбик без накида в первую петлю, во вторую 2 столбика без накида в одну петлю, то есть прибавка. Снова первый столбик, во второй прибавка. И так 6 раз. У меня это уже 5-я петелька столбик, 6-я прибавка, 7-я столбик, 8-я прибавка, 9-я петелька столбик, 10-я прибавка, 11-я столбик, 12-я прибавка. По кругу, если вы посчитаете, у вас получилось 18 столбиков без накида. Теперь я вам советую отметить начало ряда. Можно ниточкой другого цвета, можно такой же, то есть как хотите, в принципе. Я отмечу, вот синенькая у меня есть или серенькая, вот я отмечу ей. Теперь чередуем 2 столбика без накида, в третью делаем прибавление, то есть столбик, столбик, третий столбик делаем прибавление. Снова столбик, первый столбик, второй, третий, прибавление. Столбик, столбик, прибавление. Итак, в общем, 2 столбика без накида провязываю в каждую петельку по столбику, а в третью петельку делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, прибавление. Столбик, столбик, прибавление. И сделаем, так сказать, последний наш раз. 2 столбика и прибавление. Вот я делаю предпоследнее прибавление. И вот столбик, столбик, последнее прибавление. Итак, в конце ряда у нас добавилось 6 столбиков. То есть у нас получается 18 плюс 6, это 24 столбика провязано. Отмечаем снова начало ряда. В этом ряду мы снова сделаем 6 прибавлений, но уже чередуем 3 столбика без накида в каждую петлю по столбику, а в четвертую петельку делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, первый столбик, второй столбик, третий столбик, а в четвертый делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. И снова 3 столбика без накида. Четвертый делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. И так 6 раз. То есть у нас получается 18 плюс 6, это 24 столбика без накида провязано вместе с прибавлениями. Теперь у нас 5-й ряд. Начиная с 5 по 16 ряд, то есть 12 рядочков, нам нужно провязать без изменения в каждую петелечку по столбику. То есть в каждом ряду мы провязываем 24 столбика. 12 рядочков умножаем на 24 столбика, это 288 столбиков без накида. Хотите, можете отмечать каждый ряд, то есть 12 рядочков. Но я буду сразу 288 делать столбиков. То есть каким образом? Буду отсчитывать 1 столбик, далее 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 286, 287 и 288. Довязали наши столбики без накида, 12 рядочков, а теперь отмечаем начало ряда. И начинаем, так сказать, с этого ряда делать убавления. Как у нас в начале были прибавления, так точно делаем убавления. Теперь нам нужно провязать этот ряд 2 столбика без накида, затем 3, 4 сделать убавку. Итак, первый, второй столбик провязали, 3, 4 за 2 полустолбика передние провязываем убавление. Теперь снова первый столбик, второй, убавление. У меня немножечко ниточка двоится, поэтому мне нужно будет немножечко здесь, так сказать, постараться. Итак, первый, второй столбик, третий делаем, четвертый, за передние стеночки провязываем столбик без накида. Теперь снова первый, второй столбик, третий, четвертый, делаем убавление. И так до конца ряда. Сделали до конца ряда убавления, теперь чередуем столбик без накида 1, затем делаем снова убавление. За 2 полупетли передние стеночки делаем столбик без накида. Снова столбик, убавление, столбик, убавление. И так чередуем снова до конца ряда. Вот так вот провязываем столбик без накида, затем провязываем убавление за 2 передние стеночки, за 2 полупетли. Сделали последнюю убавочку в ряду, привытягиваем немножечко ниточку и через наше отверстие наполняем нашу колбаску носик. Наполнили носик и теперь делаем подряд 6 убавлений. Первое убавление, далее второе убавление, пятое и шестое. Теперь ниточку обрезаем и стягиваем иголочкой наше отверстие. Хотите, можете через вот это отверстие еще наполнить немножечко наполнителя. И наш носик готов. Вот я стянула вторую часть носика. И вот так вот у нас получился замечательный он. Теперь до встречи во второй части, где мы с вами продолжим вязать туловище.